Доброе утро. Предлагаю отправиться за правильным завтраком во Францию. Приготовим французские тосты с ветчиной и с сыром. Возьмите тостовый хлеб, яйцо, ветчину, сыр сулугуни и молоко. Берем 2 ломтика тостового хлеба и срезаем горбушки. Берем ветчину, удаляем кожу и кладем так, чтобы был свободный край. Затем сыр сулугуни натираем на крупной терке. В него добавляем свежий укроп, кладем на ломтик ветчины. Накрываем сверху опять ветчиной, прижимаем вторым ломтиком тостового хлеба и вилкой прижимаем края, так, чтобы они склеились. У нас получился такой сэндвич. Сковороду на нагрев максимальный. Смешиваем яйцо с молоком. Яйцо. Молоко немного. На сковороду выливаем растительное масло. И тот же пучочек укропа, чтобы проверить нагрев. А, нагрелся, отлично. Сэндвич окунаем в яйцо, так, чтобы он полностью пропитался. И жарим на сковороде. С обоих сторон до румяной корочки. И вуаля, правильный завтрак готов. Бон аппетит!